Здорово, бандит. Так. Все, звук нормальный? Да. Посмотрел я запись. Я играл за Карлеон в прошлый раз. Вот. Так как я не решил, за кого дальше играть, я, наверное, просто по кругу пойду. Либо в эту сторону, либо в эту. Давайте, наверное, по часовой. Вот так. Алмейки, Норгард, Леония, Исцалио будет последний. А Эсгарос, это секретная вот эта империя. За нее мы будем играть только если за всех пройдем. Если не пройдем, то... Не знаю, в общем, посмотрим. Предров. Первое прохождение, я, честно говоря, не то чтобы полюбил эту игру, но и как бы ничего плохого сказать не могу. Просто не знаю, будет ли у меня желание за всех проходить по итогу. Посмотрим. Фарсена, земля мистических рунных сил. Год 214. Да. Я за одну расу проходил. Ну, где-то там... Ну, если не 10 стримов, то очень близко к этому. Ну, вот считай, сколько тут, 6 раз, плюс 7 секретная. За каждую по 10 стримов, до хрена. Даже если там по 7, по 8, все равно до хрена. Кадор, ваше величество. Я думаю, сюжет здесь не особо нам интересен, потому что он особо не меняется. Просто другая раса. Но суть одна и та же. Все мы боремся за власть на этом континенте, чтобы получить силу рун. Кто-то типа добрый, типа злой, но в целом однохренственно. Предлагает предать короля. На-на-на. Ну так я вот за одну расу прошел, когда там... Год назад, два, не помню. И вот сейчас второй раз. За вторую расу. Если через годик захочу, третью пройду. Посмотрим. Я люблю тактические игры, в принципе. Поэтому скорее буду проходить. Восстание в замке. Ну, этот предатель. Это, наверное, мы, типа, будем. Молодой белокурый принц. Ну да, вот он и говорит, что он убил нашего отца. Предатель. Напал на нас. Он сильно силен. Бла-бла-бла. Сейчас мы, наверное, сбежим. Так. И типа мы должны а-ля-ля отомстить. Ну, понятно. В общем, ничего интересного. Банальщина банальная. Я прошел 2 уровня сложности за всех. А Найтмар, по-моему, еще ни за кого. Ну, от залучника потом поиграю попозже. Как раз вот ФПГ сейчас доделали. И как-нибудь поиграем. Вот, правда, за паладина и мага не буду, наверное, скорее всего, на максималке пытаться. Потому что это слишком долго. И тяжело. Одному. А если найду с кем поиграть вдвоем, может быть, вдвоем еще поиграем. А так только за лучницу, наверное, еще попробую.
И то, мне кажется, там очень тяжко будет. Земестис. Это который «Назад в будущее» снял? А может быть, я «Залучницу» на максималке прошел? Я уже сам не помню. Так, этот сбежал. И что теперь? Хочет восстановить королевство Алмейки. Земескис атакует нас. Бла-бла-бла, должны сражаться. Ну, все понятно. Так, может быть, игру начнем, ребят? Я все понимаю, что у вас там короли, предатели, всякая лажа. Да-да-да, принц восстановит, будет великим королем, бла-бла-бла. Я верю. Без понятия Раф. Не знаю. Я даже не гуглил. Единственное, знаю, что есть вот это вот, как это называется, Центральная Империя, вот эта фиолетовая, которая типа всегда является центральным злом. Ну, то есть, вот эти все расы вокруг типа такие нормальные, за которые ты играешь, а это типа всегда бот Империя злая. Вот за них можно поиграть. Если ввести секретную комбинацию на старте игры. Так, подожди, мне надо вспомнить, как играть в это. А насчет всяких там true-не true концовок, я не знаю. Но вообще не похоже, что такое есть. Домой. А, ну вот карта, вот. Фиолетовая — это империя, вот это вот это центральная. Ну, можешь потом глянуть. Но я сомневаюсь, что здесь есть какая-то true-концовка. И даже если она есть, меня это не особо интересует на самом деле. Тут сюжетка банальнейшая. В принципе, это просто тактическая пошаговая игра. Неплохая. Играется ради процесса, а не сюжета. Получается, что нам нужно нападать на синих и на фиолетовых. Вот эти вот приграничные четыре города захватывать. И потом вправо как бы идти. Получается, войска надо вот сюда, в верхние два города. Так, окей. Что еще тут там? Локейшн. А это кто где находится? Вот у меня получается... Нифига себе, так много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Аж 12 человек. Алмари — это вот это. Кэмелфорд здесь. А Гаруль? Гаруль там тоже кто-то был. Да. То есть у меня везде есть хотя бы по одному человеку.
тут точки нет, поэтому будут нападать сюда. Наверное, первый город, который мы захватим, будет... вот этот, наверное. Думаю. Блин, я вообще не помню эту игру, честно. Ну, в смысле... Где? Не-не-не. Подожди. А, во. Summon Quest. Так, что тут у нас? А, да, я вспомнил. Тут у каждого монстра еще свои уровни тоже. Прокачки. Да, есть такое. Принц это наш основной. Судя по всему, физик. Какой еще у нас такой? Самурай. Подожди, а там что было? Принц. Самурай. Не, вот это явно селочь. Принц какой-то такой округлый. Это маг, бишоп, да. Хиллер, грубо говоря. Авенджер. Это наоборот силач. Энчантрес. Тут явно магичка. Это получается все, кто в этом городе сидят. Так. А как мне... Я понял. Вот такой домик критическое. А, просто почитать можно. Так, органайз, что такое? Интересненько. Я про это и забыл. Это, наверное. Да. А что, у тебя ничего не было? А, ну он типа одет уже. Все, понял. Е-эквипт. Окей. Так, понятно, короче, это шмотки. Залечка. Эти залечки как-то покупать. Так, имя мне не надо. Так. Так. Квест это что? Так, давай-ка я сделаю сейф как раз.
Так. Чтобы я мог потестить. Допустим, я хочу отправить тебя. А, ну типа ход надо пропускать, так понял. С умом. О, я припоминаю джины кентавра. Зелененькая — это, по-моему, трава. Белая — типа светлая магия. Это получается нейтральный. Красный — животное, бист. Тоже нейтрал. Ну-ка. И где он? Сюда, что ли, прибавился? А как выбрать? Почему у них разное, хотя уровень одинаковый? Рандом? Почему он не спрашивает, куда? Нет. А где они? А, во. Во. Точно. Все, теперь понял. Допустим, так. Ладно. Джину можешь сюда еще. Хотя или пока не тратить. Так, давай посмотрим. А насколько он может ходить? Допустим, сюда придет. Так, тут у нас еще. Я вот что еще не помню. Ладно, сейчас будем вспоминать. Так, лучница. Подожди. Что это, по-моему? 70-163. 93. И сюда еще надо будет.
О, а тут другие, кстати, да, да, в разных городах же еще разные. Водяной. Виверна. А где сколько они занимают? А, наверное, сила, скорее всего, 30-65. Так. Да, наверное. То есть, что мы тебе можем дать самое сильное? На 93. Любого. Давай дадим Виверна. Привыкну. Так. Что еще? Ангел. Интересно. Ладно, копим ману. Так. Значит, лидер сюда на защиту. Так. И сюда. А ты пока останешься здесь. Потом. Тут у нас один чувак. Можешь пока сидеть. Так. Ну, я, наверное, пока тут нападать не буду, потому что я не знаю. А мы вот здесь. Я же сохранился, в принципе. Давай посмотрим. А почему? Что-то я не очень понимаю. А почему я нападать не могу? Ладно. А, ну давай тогда. Посмотрим. Ну, допустим, так.
Все, понял. Типа менеджмент, а потом атака. Вот так можно. Так. Если мы сюда нападем, потом на нас со всех сторон полезут. До трех человек может нападать. То есть желательно нападать тремя. Угу. Как выйти? Тогда сейчас переделаю все. Как? Ну-ка. Никак, да? Давай сбросим. Ай. Ну все, кажется, я вспомнил примерно, как играется это. Так, значит, смотрим. Принца мы сейчас отправим на защиту этого наверх. Так, оставим здесь. Кого мы оставим? Вот этого мы пока оставим. Остальных перекинем. Так. Давай призовем двух кентавров. Так.
одного сюда. Ну, сюда. Так. Теперь. Принца сюда. Этого наверх. Этого к принцу. Тут останется. Этого наверх. Так. То даже можно пока на квест отправить, посмотреть. Так. Тут у нас ничего интересного. Так. Тут у нас раз, два, три. Нападать тогда сейчас этот ход они не будут. Так, а вот эти трое могут. Но надо будет да вызвать сюда и сюда. Так, дракончик и... такой. И пикси. Так, и теперь вот этими тремя. Это получается следующий ход. Тогда можно вот этого отправить на квест тоже. Все, ждем. Так, раз. Жалко, сразу нельзя троих выбрать и троих типа направить, по одному надо щелкать. Всех выбираем. А во время боя можно сохраняться, интересно? Можно. Это очень хорошо. Надеюсь, у меня свободные слоты там еще есть. Так, теперь. Сейчас надо всю эту боевку вспомнить.
Я помню, что некоторые вот как раз монстрики очень мало ходят. Интересно, повышение вот эти бафы на сколько ходов? А, не, вон как поотрядно ходят. Летающему желез пофиг. Так, а у тебя что есть? Лечилка. Повышает опыт наполовину в один удар. Не очень понятно. Позже поймем. Кстати, получается выгодно, чтобы первый ход были стрелки, либо маги. Второй тоже, вот как бы, либо стрелки, либо маги там. Ну, короче, воины. И хилеры, типа, последние. С другой стороны, хилеры могут быть баферами. То есть тут надо смотреть по навыкам, кто должен первым быть отрядом, желательно. Странно, что они как бы не подходят ближе. Искусственный интеллект. Ну,
музыка. Эй, мы уже в упоре. Алло. По-моему, тут анимацию можно отключить. Ну, пока посмотрим первый день, потом будем отключать для ускорения. Так, что там у тебя в маге есть? Протект. Чего? Немножко как-то обидно сделал, что физики могут подойти и ударить, а маги либо кастануть, либо ходить. Одно из двух.
Понятно, что это для баланса, но все равно обидно. Да нет, он первого уровня. Значит, он просто пикси так саданул. Ой. Труд перетрут. Я тут пока только вспоминаю, как играть. Потихонечку память возвращается ко мне по поводу боевки вообще игры. Помню, как я не любил именно медленных юнитов, големов, водяных, без воды, которые еле ползают. Все это мне как-то это начинает вспоминаться. Как я любил лучников летающих, в первую очередь. Ну и маги, когда по большому количеству народу попадают, тоже хорошо. High Sky Type. Так, это я понял. Стараться их не подставлять. А, в смысле персонажей? Ну, да, может быть. Потому что тут же есть какие-то квесты. Туды-сюды. Наверное, да, типа ты можешь получить каких-то крутых персонажей, генералов для армии, если хочешь. Но, опять же, это не true концовка, просто читерные персонажи. Это как сильное оружие, да, в какой-то RPG получить или что-то такое, типа того. Ну, просто сильного персонажа
получить. То есть от этого игра сильно не изменится. Обрыв? Где? Нет, это, наверное, у тебя. У меня даже dropped frames нету. Ноль. Вообще сегодня интернет идеально работает. На удивление. Какой-то косяк. Так, я же могу смотреть. Где-то отдать сюда. Надо вот здесь сейв сделать боевой. И пробовать, и экспериментировать. Потому что они как-то так странно стоят, тянут время. То ли намеренно, то ли так AI работает. Ой. А, хотя смотри. Да, какая-то фигня была. Stream Elements переподключил меня. Странно, dropped frames 0, ничего не написал. Но это, видимо, Twitch глючит. Надо анимацию отключать. Я вспомнил, что я ее быстро отключил, потому что она сильно затягивает.
Что это за звук? О, вот теперь точно, да, разрыв был. Ну вот, сглазил я с хорошим интернетом. Ладно, так один бой с анимацией проведем, потом я ее отключу. Причем массовой нет. Thank you.
понятия не имею. Тут, по-моему, только генерал. Как героя. А, все-таки массовое. Круто. Что это делать? Да, знаю, Харвик. Отключу. Это просто мой первый бой. Даже не знаю, кого бить. Не, в нее играть все понятно. Я уже ее проходил где-то года два назад. Немножко разобраться, но она не очень сложная в плане, чтобы разобраться. Просто понять, что хотят от тебя разрабы, и в общем-то все. Но по сути это как настолка. Ход менеджмента, ход войны. То есть экономический ход, потом военный ход. И, соответственно, тактические бои. Все. Как бы. В целом здесь ничего такого нет. Кентавра попробовать убить. Должно хватить.
если он не промажет. Отлично. Не очень сильно. Ну, это, наверное, даже хорошо, что он не стал добивать этого. Палкой. Вот это мне меньше нравится. Получается, сейчас будет первый ходить. То есть мне нужно желательно кого-то из первых убить, убрать. Этот не страшно, этот тоже, тоже нет. Вот этот самый неприятный. Но мы особо вряд ли его убьем за ход. Но можем убить этого. Все-таки надо этого бить. Да, ну как ты промазал еще? Ох, забавно. Я забыл про такие фиговины. Еще и оттолкнул. Клево. А чё он залечился? У него реген какой-то?
Я после первого боя отключу анимацию. Защита не очень помогает. У меня маг раненый, ангел, и сейчас получается лучницу еще тоже на соплях. Но сейчас единственное будет маг ходить, может хорошо задамажить. Никто не умер, что ли? Да. А ядовитый жало хвост не травит? Thank you.
О чем? Так, это был второй, значит, сейчас третий. Так, только не машу. Жопа. Так, еще на два удара. Ладно, мы этих магий добьем, если хватит маны. Надо посмотреть. Нет, уже маны нет. Все. Значит, магии нельзя добивать. Так, 130. Не добьем, да? Хотя бы этого добить. Mm-hmm.
если не получится, да, сейчас. Блин, убили юникорна. Может, промажут? Нет. Жаль. Отступил. Вот же. Жопошник. О, травил, все-таки травит. Короче, скорпион полная фигня. Лучше его не брать. Он от яда не умрет? Или надо ход пропускать? Как
Короче, единороги удобные, прикольные. А скорпионы нет. Русалки медленные. Феечки не прокачанные, бесполезные. Ангелы крутые, но дорогие. Получается так. Одного генерала убили, двое сбежали. Мы потеряли одного единорога и скорпиона. Единорога жалко, скорпиона не очень. Захватили первый город. Лофал. Так. А, это вот то, что я на квест отправил. Огромного дракона. Подобрал какой-то предмет. Флеймбол. Огненный лук. Какая-то принцесса приперлась. Мэриот Кай. Это не соседнее королевство, за которых мы играли Корлеоне. Да, похоже они. Говорит, что северные люди на нас нападать собираются. Да мы уже отхватили город у них. Мы, в принципе, так и будем. А, мы сформировали союз. То есть на нас эти нападать не будут. Зеленые. Так, как там карту посмотреть? То есть мы с зелеными... против синих и фиолетовых сейчас, в данный момент. Так, давай сделаем сейф. Я пойду налью себе водички. Открою форточку. А, первый ход продолжительностью в 2 часа. Нормально, так? Не, ну понятно, сейчас разбирались там туда-сюда. Пойдет, анимацию еще отключим.
Так. Смотрим. Так, тут у нас наш принц, бишоп. И еще маленечко чуваков. Мы можем взять принца, бишопа и, ну, допустим, лансера или файтера. И втроем попробовать напасть на вот этот город. Правда, на него могут потом контратаковать с двух сторон. Но мы потом попытаемся сразу захватить вот этот. Так, тут у нас останется этот и этот. Здесь у нас что? Вот этих надо перегнать. Так. Тут наши трое, которые захватили. Им надо тоже для защиты будет. Потом мы, наверное, вот этот город будем. Вот эти два. Раз, два, три. Так, сначала... Надо подумать, вот этих двоих. Так, скорее всего, мы их направим. Так, тут раз, два, три, четыре, пять. Одного мы сюда отправим. Это точно. Может быть, даже и двоих. Вот, они будут на защите. Эти трое нападут, четверо останутся. Ну, в принципе, да, нормально. Так тогда и сделаем. Значит, вы двое перемещайтесь сюда. Потом пойдете сюда. Так. Здесь нам надо теперь донанять те, кто будут нападать. Нападать будут. Принц точно с бишопом. Вообще, по идее, вот это надо. Но мы, наверное, нападем более слабым, потому что ему надо качаться, раз он слабый. А эти как-то более-менее потом втроем пойдут. Так, тогда так и сделаем. Значит, нам сюда надо на сотку. Еще можно на 3.25, что-то слабое. Такого слабого нет. Ангела взять. Так, и вот эти получается раз, два, три.
Может, Джину взять? А хватит. Не, не хватит. А как-нибудь, если перебросить кого-нибудь куда-нибудь... Допустим. Так. Еще сюда Джина. Да. Можно. Так вот. Можешь поменять этого. А так. Вот. Чтобы разные были. Всем. Так, получается, еще раз проверяем. Тут никого. Тут никого. Тишина. Так. Здесь у нас трое идут в нападение, два сюда перемещаются в станцию четверо. Эти трое пока сидят в защите. И никуда не двигаются. Только что-то я не понял. А. Не-не, все правильно. А у меня маны сейчас нету, да? Угу. А то тут юникорны есть, если еще закажем. Ну, надеюсь, они не нападут. Так. Тогда мы, значит, нападаем на вот этот город. А у Бишопа хил есть, отлично. Все. Ну, понятное дело, что есть. Так. Значит, рыцарь. Бишоп. И... Опа. Так. Я смотрю, врагов тоже постоянно всегда по три. А я думаю, может, просто пока везет. Так, что такое вода? Давай посмотрим. Гуль. Все первого уровня. Друид. Бишоп 11. Бишопа надо
быстро убивать, иначе будет хилить мака 16-го. Но тут, короче, надо на прям этих героях сосредоточиться. Особенно... Да на обоих, в принципе. Этот так себе, а вот эти вот два, конечно, страшных. Так. А почему этот первый ходит, а не первый? Странно. Ладно. Так. Кстати, вода — его стихия. А да, они всегда почему-то стоят, по крайней мере, в защите. Сейчас надо будет найти, где анимация боя отключается. Не знаю, тут без потерь, только если повезет, потому что маг может поднасрать. А вот они. Ну, саман пускай будет. О битвах отключим. Так, кто самый медленный? Thank you.
Наверное, лучше здесь сделать боевые. Если что-то пойдет не так, будем переигрывать отсюда. Я, кстати, понял, почему я эту игру легко прошел. Потому что тут есть боевой сейф в любой момент. Как типа в фронт-мишине третьем. Даже если ты играешь плохо, можешь по сейф-лоу деться. Ну, понятно, если ты с плохими войсками туда-сюда, тебе все равно рандом не очень сильно в этой игре поможет. Да, типа ты можешь там посидеть, помучиться, чтобы это, допустим, по тебе промахнулись. Но если там вражеский маг сильный кастует магию, то ты особо ничего не сделаешь. Тебе никакой рандом не поможет. Да, но только частично. Что типа там можешь попасть, не попасть. Вот это все. Но в целом... Так. Где-то... Один шаг. Будем их выманивать. Пока не хочет. Ну, то есть Бригантина, видно, такая игра, она как бы не для хардкорщиков, она скорее для казуальных любителей тактик. Понятно, что ты можешь не сейвиться там во время боев и прочего, но я не хочу за это ругать. Потому что, как говорится, иногда бои бывают долгие, а тебе надо уйти, сохранился, ушел, потом вернулся, с этого же места продолжу. Это ж красота. Да-да-да, тут сколько не чисто боевка, а это экономическая еще. Точнее, даже как бы как в настолках, что ты должен принимать решение, куда наступать, куда силы перетаскивать, где призвать, где что как делать. Короче, это скорее как настолка, чем чисто тактика-боевка. Thank you.
А что такое? А, это так вообще. Лучше бы они красиво в 2D нарисовали. Но опять же, видишь, подались на моду. У Squaresoft красиво получилось, а вот у Atlas не очень. По крайней мере, тут. Потому что Раф, я не люблю СНЕСку. Поэтому игр мало с ней играю. Для меня там очень мало хороших игр. Вот и все. Ничего, скоро финалку буду проходить. Потом, может быть, если Романтинг Сагу переведут до конца, то еще ее. Вот уже будет 2 финалки, 3 Романтинг Саги, 5 игр со СНЕС. Что-то големы мне как-то тоже не нравится.
Хроно я проходил, финалку пятую прошел. Потому что пятую прошел. Причем два раза уже. Кого-нибудь лечить надо? Надо. Не дотягивается. Серия Сага. Раф, не тупи. Романтинг Сага. Сага Фронтир. Ничего не говорит. Опа. Чё это он свалили? А, наверное, из-за того, что одного убил. Так мы, получается, даже никого не потеряли. Круто. Второй квест. Что это? Мое имя Шульц. Я был рыцарем Алмеки. Я был ранен и убежал, но я вылечился. Мой лучший друг Солел, который как брат присоединился к империи. Не понимаю почему. Бла-бла-бла.
Бла-бла-бла, я бы хотел присоединиться к твоим силам. О, давай. Так. Будем захватывать вот эти два города. Только проблема в том, что на нас напасть могут. Мы можем захватить нижний город. Но тогда желтые на нас могут напасть. Но там зеленые наши союзники. Наверное, вот этот центральный надо захватить в первую очередь. Вот этот. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Надо сюда... Добавить народу будет. Что тут? Пиксель, Лизард, Юникорн. Юникорн это хорошо. Так. Но вот этот город надо обязательно будет тоже захватывать как можно быстрее, чтобы с зелеными быть рядышком, прикрывать друг друга. Так. Вот этот синий город атаковать не стоит, потому что меня тут с четырех сторон потом зажурят. Поэтому здесь надо сделать, чтобы просто у них войска были. Сюда надо что-нибудь добавить жирное. Дракона. Так, насчет дракона подожди. Так, здесь у нас... Виверна. Так. Если сюда нападать, то нам надо, чтобы здесь кто-то сохранился. А, допустим, мы нападем лидером и бишопом. И отсюда мы разошлем вверх и вниз. Вот так вот, наверное, сделаем, скорее всего. Да. Так, теперь вопрос. Так, самурай. У тебя что есть? Залечки нет, да? А тут есть? Ангел есть. 63.
Короче, мы этих не трогаем, пусть сидят. А, здесь у нас будут нападать отсюда и отсюда. Так, теперь надо выбрать, кто пойдет. Лидер, бишоп. А эти трое тут останутся. То есть мне надо сюда кого-нибудь нанять. На всякие. И... И отсюда вот третьим будет вот этот Enchantress. То есть мне надо донанять, например. Или поменяться. Значит, ты сейчас будешь нападать. Так. Вместе с этими двумя. Эти трое останутся здесь. Наймем юникорчик. Получается, эти будут трое в защите, эти двое нападают, а этот нападает. Теперь вопрос, что делать с этими тремя? Вот этих, вот этого, наверное, мы оставим здесь, а вот этих двоих отправим вниз, потому что они потом будут сюда нападать. Либо наоборот сюда, потому что здесь надо будет тоже наступать. Но тогда получается сначала сюда. Ты. Сюда. Ты. Сюда. Так, ты остаешься. Его можно в квест отправить. Так. А, кстати, у нас тут есть дорога. Я даже не заметил. Союзниками-то. Окей. Так. Кстати, как посмотреть? Нет, нет. Вот. А вот он. Так, лучница. Thank you.
Ну все, получается, сюда мы направили. Тут все норм, норм, норм. Защита. Этот атакую. Вроде все правильно. Ой. Извиняюсь, удалил. Опа, желтые на моих союзников напали. Отбили. На меня напали. Фиолетовые. Не понял. А... Подожди, я что-то я не врубился. Сейчас дайте-ка я загружусь. Я как-то не доглядел. А, я понял. Я нападал на них, а не на меня. А почему тогда они на меня первые? Как это определяется, кто первый нападет? Тогда выводить из города не надо. Получается. Сейчас тогда переделаем. Блин, вот это вот тоже плохо сделано, что непонятно, кто это, кто первый нападет. Как бы ты не можешь, получается, войска заранее переводить. Тебе надо держать в защите. Это, получается, сюда напали. Ну да. То есть, получается, они на меня первые напали. Ну тогда переигрываем, оставляем... Так... Сейчас. Делаем все примерно то же самое, просто вот этих двоих никуда не отправляем. Так, и единорога еще можно сюда, или что-нибудь типа того. Но мы пока не будем. Так. Сюда сейчас вот докинем.
сюда, надо будет тоже докупить. Так, теперь, значит, передвижение. Получается, если этот нападает, трое остаются на защите. Нормально. И здесь двое нападают, трое остаются. Нормально. Все, теперь экзекьют. Вот так вот. Ланс, магия, хиллер. А, прикольно, кстати, сделано. Кадор. Принц Ланс. Ты убил моего отца. Не понял, а чё, мы уже с крутым врагом деремся? А ничего, что он 30 уровня, что-то как-то маленько перебор, не? Может, мне не надо было нападать сюда? Ладно, я думаю, если мы вот этого сейчас первого выцепим, вот этого, может, они убегать начнут. Посмотрим. Так, давай-ка. Чтобы потом не переигрывать. А я чувствую, сейчас придется переигрывать, если он нас будет ваншотить. Блин, ну я что-то как-то не ожидал. Мы одного из главного злодея сейчас прям сразу. Thank you.
надо этих подождать. Так, ну раз он не сходил, надо тогда будет сейчас нам еще раз сделать сейф. И на следующий ход мы можем нападать. Может быть даже сразу. Сейчас попробуем. Жалко, в сейве не пишут битва, не битва. Ну типа батл сейф или не батл. Для удобства было бы удобно. Так, получается, следующий ход будет этих. Можно попробовать спровоцировать. Так вот. Так, погоди, у тебя что там есть? И Чазар. Вот это, кстати, хорошая вещь. О, может быть, стригерится. Пошло. Сейчас мы его быстро убьем.
Я надеюсь. Блин, это очень плохо. Да, надеюсь, еще переиграем. Сейчас не получится вытравить этого. Придется переигрывать. Thank you.
Никаких, кроме маны. Только мана. Так, ангела и джин убили. Отлично. Все, теперь в принципе не жалко то, что мы потеряли, что мы скорее всего сейчас выиграем. Да, есть такое. Водяные по воде лучше ходят, летающие везде хорошо, ну и так далее. Все это есть тут. Он не убегает.
А, вот и Джо. Ну все, тогда не жалко. Да, конечно, жалко Ангелу. Ну ладно. Учитывая, какого тяжелого противника победили. Нормально. Водяная фея. Окей. Рыцарь навестил Ланса. Брюнетка. Принц Ланс, рад вас видеть. Ты? И мы о тебе заботились. А кто это? Твое имя? Как же твое имя? Я не успел тебе поблагодарить, когда ты меня спасла. Мое имя Халли. Шутинг Стар. Известная. Да, я слышал, что она типа супер крутая. И чё? Я не могу работать на тебя. Я ищу мага и не могу оставаться в одном месте. Маг, который убил человека, моего любимого по имени Булл Нойл. Короче, она не присоединится, да? А зачем тогда все это нам рассказывать? А, наверное, имеется в виду, если мы найдем мага Булл Нойла и убьем, то она присоединится к нам. Вот, наверное, так. Что-то Карлота влезла. Какие-то сопли. Не сдавайся. Не... Понятно. Болтовня. Ты грустишь? Не грусти. Спасибо, блин. Тут и я сам не догадался. Инфо-цыганка, блин. Так. Ну что, наверное, еще один ход сыграем. Давайте подумаем. Вон ту синенький город было бы неплохо захватить. Но он будет открыт для всех. Туда все полезут, кому не лень. Нижний фиолетовый тоже очень хорош. Либо самый верхний синий. Предположим, я хочу пойти. Так, у нас тут трое простеньких. Это до 20 уровня.
довольно хорошие. Можно попробовать этими тремя. О, кстати говоря, если мы их доснарядим, 70 и 100, у меня маны хватит. +220, +220, +220, 440, 700 хватит. Да нанять, пойти напасть сюда. Так, вот этих троих надо будет куда-то перебросить тоже. Так. Надеюсь, союзники меня не предадут. Зеленые. Не будут нападать в спину. Так, вот этих троих сейчас подумаем, куда перебросить. Тут у нас, кроме потери ангела, ничего серьезного. Четверо еще почему-то, кстати говоря. А почему их четверо? Я же втроем нападал. Вот этого дядьки у нас не было. Новый какой-то. Допустим, вот так. Так. То есть, пускай эти трое плюс один защищают здесь. Эти трое, по идее, должны напасть. Правда, это будет рискованно. На них, скорее всего, потом нападут. А если вот этих троих перебросить сюда, а эти трое нападут сюда, и потом они совместно с этими нападут сюда. В принципе, звучит вроде хорошо. Так, тогда значит эти ждут. Эти сейчас должны напасть сюда. Чтобы напасть, у них все готово. Можно даже сюда что-нибудь добавить. Дракон, кентавр. Песик, кстати, тоже вроде неплохой. Можно куснуть, отходить. Так. Значит, этими тремя идем наверх. Сюда нам надо перебросить всех троих.
Да, всех троих. И сюда да нанять какому-нибудь крутого. Вот ангела. Ну. Значит, вы трое сюда. Так. Вы трое пока тут просто сидите. Получается хилка. Нормально. Так. Просто сидите и ждешь. Так, все, эти переместились, эти отдыхают. Так. Эти сейчас будут нападать. Либо я могу вот этими тремя напасть, тоже как вариант. Но, конечно, лучше, наверное, нижними. А, кстати, про апгрейды я совсем забыл. Чё-то ни у кого нет. А сколько уровней? А вот. Вот есть. Можно превратить из клерика. Лектор. Или мистик. А в чем отличие? Хиллари, хил, куюр, халло. Холливуд. А это? А, тут есть атакующая. Позволяет летать. Неплохо. Ну, обе интересные. Mm.
Тут как бы чисто хилка, грубо говоря. Но зато есть атакующая крутая магия. Как бы и хилка, и бафы, и чармы. Даже не знаю. Хотелось бы обе. Но... Давай сначала хилку нормальную, а потом уже в следующий раз... Так. White Wolf, ты знаешь, это будет нелегкой битвой этой с дикой животным. Типа какой-то крутой тип. А, он типа король. Местность, конечно, тут дурацкая. Особенно учитывая, что у меня пешкадралов очень много. Долго будем отсюда выползать, пока все выбегут. Гонщики нелегальные. Хотел сказать 2 часа ночи, только 9. Ха-ха. Не, вру. 10. Подожди, наверх? Не, наверх не надо. Заигрался? Почему? 3 часа только. Для тактической игры 3 часа это вообще ни о чем. Учитывая, что первый час вспоминал, как играть. А, в этом плане? Нет, просто это... У нас так редко гоняют, что это... Хотел сказать, это, ну, шутки про ночных гонщиков. Которые только за полночь выходят. На своих тарантасах. Да, это, конечно,
ущелье. Ну, я вот этот ход сейчас доиграю, наверное. Закончу, потому что что-то сегодня Twitch начал это мозги делать после 9. И он меня уже запарил. То он разрыв, то дреймфропы, то еще что-нибудь. И это... Надо вырубаться. Да и нормально. Я уже, считай, приличненько так позахватил за первый стрим. Думаю, я в этот раз быстрее закончу игру. Не буду там под 8 стримов. Хотя, вот я не помню, честно. Может быть, здесь, когда уже в финальной части игры будем играть, они будут меня прессовать. Будет много битв, и игра затянется. Вот я вот насчет этого не уверен. Я довольно плохо помню концовку, скажем так. Но надеюсь, в любом случае, я сейчас уже быстрее буду играть. У меня сильно много времени эта игра не займет. Потом, может быть, попозже за другую расу еще сыграем. Может быть, даже в этом году. Я вот, как говорится, сейчас раз пробовал. В принципе, нормас. Да, взломали наконец-то. Это еще пару месяцев назад было показано, как люди это уже ломают. Просто это официально не, ну как, не выкладывали, короче, в доступ. В открытый. Вот. Да, они, правда, обнаглевшие, привязывают к серийнику, и не обновить ты ничего не можешь. А сейчас хотя бы взломали, и люди смогут сами прошивки там исправлять, делать хоть что-то. А то прям совсем... И сами проект свой забросили, и другим не дают. Теперь, кстати, китайский псио покупать есть смысл. Ну, если очень хочется. Хотя вот сейчас по мне, так мистер ФПГ гораздо лучше вариация. Не надо мучиться с конвертациями. Совместимость очень хорошая. Даже лучше, чем у любого PSIO или X-Station. Поэтому... Ну как бы да, теперь PSIO мне вообще смысла мало. Я очень рад, что PlayStation прям отлично на FPG реализован. И то, что Saturn делают. Это вот прям... Насчет Сатурна я вообще безбожно рад. У Сатурна есть одна проблемка с ее ODE-шками. Даже несколько.
Вообще Сатурн и Dreamcast на самом деле довольно проблемные. Единственная приколюха с Dreamcast то, что если у тебя версия не нулевая в консоли, то ты хотя бы можешь это, хотя бы китайский ODE использовать, который кривой и косой, но он работает. Плюс на Dreamcast довольно много модов, в том числе софтверных. А вот на Сатурн такого нет. Не в таком количестве точно. Немножко жаль, что PSP не получится сделать на FPGA-шке. Чуть-чуть не хватает. Ну вот Nintendo 64 сказали, что с костылями, но как-то там, возможно, сделают. Даже уже показывают, что вот у них там что-то получаться началось. Решил сбежать. Так.
Давай вот так сделаем. Опа. Хорошо. Никого не потеряли вроде даже. Ну все, думаю, надо на сегодня заканчивать. Мы отлично продвинулись. Самое главное, вспомнил, как играть. Я даже в битве, кстати, не сохранился. Забыл, прикиньте. Вот она, самоуверенность. Когда-нибудь она меня погубит. Так, ладно. Получается... Мы сейчас потом синих прижмем сверху и фиолетовых снизу. И будем потихонечку окружать. Может быть, зеленым поможем желтых отбить немножко на свою территорию обратно. И будем как бы в клещи зажимать фиолетовых. Синих-то не обязательно убивать. Я так понимаю, весь смысл игры именно фиолетовых задавить полностью империю. А остальные это так. Кто-то типа может быть нашим союзником, кто-то нет. Но в целом это вот как красные и зеленые, например, между собой дружат. А желтые и вот правые, которые справа, наверное, они между собой. Ну тут не очень понятно, потому что я еще мало играл. Ну да, в принципе, типа соседи дружат с соседями, грубо говоря. Только непонятно, почему красные с синими, типа, в ссоре, а с зелеными в дружбе. Но неважно, это, я так думаю, это просто выбрали так, сделали. Ну, в общем-то, все. До завтра. Завтра, я надеюсь, я поиграю еще. Мы, так скажем, оттяпаем еще пару кусочков. Ну и там будем смотреть, да? О, извиняюсь, что сегодня все лагало, но что-то сегодня Twitch прямо отвратительно себя вел. Ничего не поделать. Давайте я куда-нибудь хостик кину, рейдик. Кто в чё играет?
есть что-нибудь интересное? Что-то даже из наших никого нет. Очень странно. Ну, пойдем тогда смотреть кого? Не ретро? Да, пойдем тогда в не ретро. Собрашен играет в Xbox 360. Ну, Xbox 360 это тоже уже фактически ретро.